Здравствуйте! Сегодня 24 мая 2022 года. И я стою возле магазина «Свеженка». Раньше тут был магазин «Родное село». Находится он возле рынка на Протоне. Рынок на Лескова на улице. Вот завод «Протон» возвышается. Остановочка тут есть. За дорогой, за улицей Лескова, детская инфекционная больница. На рынке тоже там, в общем, есть торгующие. А вот здесь мебель много продают. Короче, вот там мебель «Шара», там торговый центр такой мебельный. Я заходил тут в магазин «Светофор» со сухофруктами. Вот вход «Светофор». А сейчас я хочу сделать ролик про магазин «Свеженка», дом-маркет натуральных продуктов. Тут акция у них, вот. Не знаю, если меня отсюда, конечно, не отправят. Давайте посмотрим. Вот, мама, если ты смотришь, давай посмотри, какие тут цены. Мороженое тут без заменителя молочного жира написано. Настоящий русский пломбир. Ну, мороженое, в принципе, ладно. Тут раньше стояли овощи, фрукты, что-то их тут не вижу. Здесь полуфабрикаты котлетные. Котлеты пожарские, там бабушкины какие-то тефтели. Вот такие цены. У кого хороший экран, можете посмотреть. Я не буду цены зачитывать. Пельмени там какие-то недорогие. Вон 150 рублей, 144 рубля. Видите? Довольно дешево. Вот, котлеты цып-цып, вот эти пресловутые. Смотришь, мама, да? Оладьи печеночные. Бифштекс рябушка. Вот. Это вот для любителей котлет такие. Ну, тут всякие эти закуски для пива. Что там еще? Пиво продается. Это я не буду интересоваться. Вот тут масло продается. 276 рублей. Вот, мам, ты говоришь, оно какое-то не очень, да? Ну, смотри со мной. 276 рублей килограмм. Их жирность 82,5%. Вот еще такие масла смотрятся. Вот, продаются. А тут сырок. Ну, я вот ел сыр «Орловская Нива», не знаю, есть он тут. Нет, и «Меретинский» ел, что-то я тут не вижу. А, «Сулугуни», ну, тоже ел, в принципе, нормальный сыр, мягкий, южный. Вот сыр российский молодой я ел, он был хороший. Цена сейчас приличная, 626 рублей килограмм. Был хороший сыр, не знаю, как сейчас. Вот такие молочные продукты, ассортимент. Маслица вон она, фасованная. Творожок, вот я думаю, видите цены, у кого хороший экран. Ну, например, 200 грамм 76 рублей, 400 125, чуть подешевле получилось. А это 5%, поэтому 76. И 1,8 125 за 400 грамм. Ладно, переходим к мясным продуктам. Я особо не буду это зачитывать, просто у кого хороший экран, рассмотрите на паузу. Если нет, уж извините. Вот скажу только, грудинка копчено-вареная 474 рубля. Рубка свиная 320. Я раньше ел, когда мясо там. Любил эти рульки, даже сам готовить. Окорочок копчено-вареный 375. Бедра там, уж свиные, вот они. Шпикачки 324, крылья 375, такие сардельки, сосиски, да. Теперь к этим, к охлажденке переходим. Набор для бульона бройлер 80 рублей килограмм, вот такой. Ну, он хорош тем, что он свежий. Вот такие окорочка по 180, бедро 235. Котлеты домашние 234, киевские 334. А чем домашние от киевских отличаются?
Финский, свино-говяжий, амурское пиво. Домашний Змеёвский. А, домашний Змеёвский, киевский, свино-говяжий. Да. Домашний куриный, да? Нет, свино-говяжий. Тоже свино, ну ясно, другой производитель. Ну вот, мама, грудки, 195 рублей. Акция, мама, чем? Это акция. А так они дороже, да? Да. Ну ладно. У нас такая нормальная цена. Да я вот смотрю, у вас хорошо выглядит, свежая продукция. Ну, такая. Хорошая, вы же к нам приходите иногда. И, да. Да я очень редко захожу, просто посмотреть. Я вот смотрю, у вас нету уже этих... Нет, у нас пока время. Фрукты убрали. Все будет. Будет там фрукты, овощи, да? А, по-другому будет называться? А как будет называться? Нет, все то же самое, но повара меняют, поэтому... Свеженка, ясно. Ну, хорошо. Все будет, все будет, все приходите. Да, спасибо вам. Колбаски вот, смотрите, сырые. Я забираю курицу сначала. Карбонат, лопатка. 400-300 Так небольшое там, а? Сердце свиное, 199, почки 109, грудинка пашинка без кости, 299, ноги свиные 49, окорок свиной без кости 359. Так, тут пивко, это ягер, 1,5 литра, 195 рублей. И бутылочный 0,5 сударь, 4,7 градуса, 88. В принципе, неплохое, наверное, пиво. Можно было выпить немножко. Я раньше любил в молодости. Изредка, конечно, бутылочку выпить пиво. Так, свеженка. Хороший магазин, свежие вот полуфабрикаты. Сейчас-то я бутылку, наверное, не выпью, а вот стаканчик можно выпить иногда пивка. Потому что оно тоже, знаете ли, калорийное. Тут решетка для гриля. Фольга для запекания. Вот. Фольга 8 метров 107 рублей. Пленка пищевая 30 рублей 20 метров. Рукав для запекания 100 рублей 5 метров. Водичка 42-36. 5-литровые такие. Это прям какая-то даже больше, что ли, 5 литров. Интересно. 9 литров. Ого, хорошая бутылка, 9 литров. Не знаю, сколько стоит. Наверное, не от них цены. Ну ладно, вода, вода, водой. Что там еще? Это лап фасовка. Шея фасовка. 66 рублей. О, шея зафасована там. Кошек может кормить, не знаю. Может, кто сам шею ест. Верночка, как-то я. Гриль там какие-то. Так, а это опухоль, да? Оптовый отдел написано. Угу. Что-то такое перемерзшее. Костные останки. Остатки 32 рубля. Лапа фасовка 49. Вот такие лапы, лапочки. Это что, набор для бульона 45. Ну что вам скажу, хорошая цена. Набор для бульона 45. А поскольку надо брать вот эту фасовку? Упаковки домашнего отдела. Ага. По 5 упаковок, по 6, да, где? По 10 килограмм. А не по 10 килограмм, да? Ну ясно, вот кто собак водит. По 10 килограмм вот такие вот. Цены я вам назвал только что. Так, что тут еще? Тут тоже, наверное, по 10 килограмм. Тушки бройлеров 155. Ну а что, можно взять, засунуть в морозилку, в принципе. Тушки эти замерзнут, потом размерзнут, приготовить. Сердце фасовки тоже, наверное, по 10. И сердце все по 10 килограмм, да? Да. Спасибо. Филе тоже 10 килограмм. Ага, ладно. Вот филе 261, вот плед бройлер. Слушайте, я хороший ролик снял, содержательный. Цены все прям опт, розница, все как полагается. Ну, чаек я не буду обозревать, он как бы везде чаек.
А вот про мясо, я думаю, вам понравится. Половой набор. Видите, цена какая, 73. Ну да, ролик бомбический, я думаю, будет. Многих людей заинтересует, особенно с боковой, возможно. Такие цены. Это низкие цены. Так, и рыбка тут даже есть, смотрите. Филе горбуши, скумбрия. Во! Вот они лежат, рыбки, птички. Навага. Такая цена. 132 рублей навага. Вот такая цена. Вот такие мама цены. Карачок фасовка. 171 рубль. Бедро фасовка. Такая цена. Грушка. Цыпленка. Оладьи там, еще что-то, печеночный бифштекс, котлеты, вот так. На паузе смотрите, читайте сами. Все, наверное, все. И хлебушек там тоже есть. Вот такой обзорчик, такая продукция. Так что от себя подчеркну, что все, воздух тут хороший, запахи тут такие нормальные, несмотря на то, что это мясо. И продукция свежая. Спасибо за просмотр. Понравилось даже, хоть я и вегетарианец, но продукция свежая. Мясо, так сказать, свежего убоя. Охлажденная такая даже. Прям аппетитно выглядит, если можно так вегетарианцу выразиться. Да. Ну, тут мебель, как я уже сказал. Все, короче, вот такой ролик получился. Я думаю, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Я люблю иногда торговые объекты обозревать. И вот один из этих роликов я посвятил магазину Свеженка. А раньше он назывался, по-моему, Родное село здесь. Спасибо за просмотр.